Великий и, не побоюсь этого слова, гениальный пианист и педагог Даниил Крамер в ходе одного из своих немногих записанных на пленку и выложенных в сеть мастер-классов, семинаров, отвечая на вопросы зала, что такое свинг, сказал, что надо лет 10-15 играть на своем музыкальном инструменте, пробуй свинговать то так, то этак, и только тогда по-настоящему вот ты поймешь, прочувствуешь, что такое свинг. Естественно, ему виднее, мы с ним спорить не будем. Скажу лишь, что для того, чтобы только начать понимать, чтобы только вот въехать вот немножко, что такое свинг, нам хватит буквально пары минут, а дальше дело практики, дальше дело уже за вами. Как мы все, надеюсь, знаем, у нас есть длительности четверти и восьмые, то есть вот сыграем пару тактов четвертями, раз и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Что это и означает? Что мы можем взять и вместить две ноты одинаковой длительности, две восьмые, в одну четверть, то есть раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Чтобы не упражняться в дикции, с которой у меня не очень хорошо, в слове 4, целых 3 слога, мы воспользуемся приемом индийского ритмического сольфеджио, то есть будем считать восьмые така-така-така-така, такими вот двумя слогами. То есть така-така-така-така-така-така-така-така, это наши восьмые. Как, я думаю, вы тоже, многие из вас знают, можно не только две ноты одинаковой длительности уместить в четверть, но и три ноты одинаковой длительности уместить в одну четверть. Так называемые триоли. То есть у нас будет не така-така-така-така-така-така-така-така, а так это. Все равно сложно, конечно, произносить. Просто, ну, для примера есть куча обычно такие медленные, слащавые песни в размере 12 восьмых, когда у нас на каждую четверть как раз в аккомпанементе триоль. Обычно в этих песнях либо кто-то кого-то любит, либо кто-то кого-то уже бросил. То есть там так это, раз-два-три, так это, раз-два-три. Возьмем по аналогии с таким же разложением тривольным наши изначальные четверти и разложим каждую из них на вот такие вот триоли. Сначала это покажется странно. То есть у нас будет раз, два, три, 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 так это. И возьмем и выкинем вторую. То есть у нас будет останется только раз, три раз, три раз. Или то, что у нас на счет, на слог К. То есть оставим только та-та-та-та-та-та-та-та. Поначалу будет звучать странновато все еще, но мы возьмем и первую ноту продлим на длительность той второй, которую мы уже выкинули. То есть она будет в два раза длиннее, чем следующая. То есть у нас будет... Это не совсем легато, не стаккато. Это именно вот мы первую ноту тянем, так как она дольше, а потом как только пора играть следующую, мы прекращаем играть предыдущую. Это придет с практикой. То есть вот наш свинг, который мы поняли через триоли, не означает, что любой свинг звучит именно так. Это, свинг — это, в принципе, какое-то отставание, одно и то же, когда первая нота дольше второй. То есть у нас такой своеобразный затакт. То есть у нас, ну или... Четный, нечетный, не принципиально, какую из них как пронумеровать, просто у нас. Раз опять-таки мы через триоли въезжаем в то, что такое свинг, то чтобы начать играть свингом, возьмем влево пока что просто наши четверти. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И поиграем. Пока что только триольки в правой. То есть у нас будет так это. Когда почувствуем себя свободнее, мы уже можем в правой тоже выкидывать среднюю нотку из этой триоли, и будет... И так далее. И потом уже можем подключать это на полную мощность.